Ну как? Что? Яков Прокопыч! Еще кружочек дай! Сделаю, сейчас еще разочек! Эй, ты куда? Мужик, куда ты? Мы здесь! Валер, нормально. Поговори с ним насчет машины. Потом сама поговоришь. Размякнет и поговоришь. Да, такой размякнет. И че? Еще кружочек. Еще кружочек, мастер, дай. Да. А побыстрее, нельзя этот ритуал провернуть? Техника безопасности. Работник у меня новый. Тут всего-то. Яков Прокопыч! Тебя как зовут, мальчик? Колька. Хочешь посмотреть бинокль? А можно? Можно. Спасибо. Вот так вот! Вот. Обдувает! Аж заклёбываешься! Мотор-то вихрь называется! Вот! Я раньше-то на ветерке ходил, вот представляешь? Вот, пошлёт, ты идёшь себе! И не расшибся! Увеешь? Да ладно! Разрешаю грузиться! Извините, если задержал. Ну вот! Ну, а теперь плывите! Мне Валера сказал, что у вас «Жигули». Да, третья модель. Я позвонила, никто не отвечает. Не люблю женщин за рулем. Почему? Сиди. Бьются часто. Кто? Никто. У меня на станции, что не авария, то женщина. Ира. Кто? Нет. Простите, вас зовут... Алла. Вас зовут Алла, а девушка, значит, Ира. Ирочка, поцелуй меня. Здесь, что ли? А что такого? Ну, ну. Колька, а грибы у вас тут растут? Рано еще грибам-то. Кое-где, конечно, сыроеги прут, а маслятам еще слой не вышел. А как это слой не вышел? Ну, грибы-то слоями растут. А, это значит, когда их много, что ли? Ну, да. Тогда их и берут, а так баловство одно. Вам отдать бинокль? Нет-нет, оставь пока. Вы знаете, для этой поездки мы выбрали самое удачное время. Я как-то все именно, ну, свое дай бог, понимаете? А вот как-то, а ну, я сам не понимаю. Вот, вот. Ну что, пацан, прибыли? Все, остаемся здесь. Располагаемся. Дальше никуда не пойдем. Все. Хватит. Так, это все, взяли, это взяли, туфли, это взяли. Коль, что ж ты, много ли взяли? Ну, неудобно. Ничего, все. Ничего, пусть смотрит. Ир, сумку взяла? Чувствуете, какой воздух? А, мужик, сбегай быстренько в лодку, посмотри, все там в порядке, все мы взяли. Ага, быстро, ну сбегай, посмотри. Валер, так. Мне кажется, ничего не выйдет. Ничего. Алла, все будет нормально, поставит он тебе крылья, что ты нервничаешь? Он какой-то неконтактный. Кто? Михаил Матвеевич. Валера, Валера! Нравится тебе здесь? Ну, это... А ты говоришь. Валерка! Идите скорее сюда! Что я нашла? Смотрите! О, что, забыли-то? Это ваш, что ли? Да-да. Ух ты. Спасибо. Ах, извините. Вы этот домик-то близко поставили. Мураши будут беспокоить. Вам бы это передвинуться вон туда повыше-то. Да ладно. Мужик, тебя как звать-то? Знаете, ну как, Егор. Егор, да? Егор, а ты нам баночку бензинчика одолжишь? Так сделаем. Сделаем, да? Ну, ну давай. Ну, давай, принеси баночку. Вон, из мотора. Да, это, тряпка-то ваша? Нет. А, ну ладно. Господи,
Надо же, как природа создала. Ну, прям как небоскреб какой-то, да, Колька? Покреп. Чего смеешься? Кусаются? Ничего. Дядька говорит, они от этого, как его, от ревматизма полезны. Нет у меня никакого ревматизма. А вот у кого ревматизм, вот тогда они помогают. Да? Ага. Вот когда я буду старенькая, дряхленькая, я приду на эту горку и сяду. Вот, вот, спасибо, Егор. Учтем твою сообразительность. Чего ж там? Глупо. Ира. Ну что, малец, отвоевали место под солнцем, да? Человек царь природы. Царь? Царь. Победитель, завоеватель. Правда? Это ваш. А, спасибо. Погасить нельзя? Поздно, Михаил Матвеевич. Поздно. Да? Ты думаешь? Да. Валер. А? По-моему, как-то... Знаешь? Да не берите в голову. Да? Ты думаешь, ты думаешь? Ну, сейчас отдохнем и душой, и сердцем. А? Пойдемте перекусим с нами. Да мы это. Да не стесняйтесь. Мальчик, тебя как зовут? Коля его зовут. Шоколадку хочешь? Нет, не хочет. А колбаску? А колбаску хочет? Пойдемте, пойдемте. Коль, ты это, руки у тебя вон сполоснул бы. Я вымою, тять, вымою. Ну, пойдемте. Ну, пожалуйста, мы вас ждем. Ну, хотя бы ненадолго. Вот. Я не голодный, спасибо. Как вас? Товарищ, подходите. Идите к нам. Идите. Прошу. Выпейте. Выпейте. Ну так это... Вот. Значит, это, чтобы вам тут жилось, вот, отдыхалось, да. Фух. Вот это по-русски! Целый стакан! Ух ты! Это ж водки позаборить! А вы закусите! Да нет, спасибо, не надо. Закуси! Вот, Егор, ты поешь да немножко! Егор, все нормально, нет, спасибо, да? Коль. Спасибо. Нормально, да, Егор? Нормально, да. Нормально, ну, молодец. Вот. Ух ты! А как? Михаил Матвеевич! А вы поближе, а вы отдыхаете. Поближе, ну, Егор, к столу. Егор, твое здоровье за Кольку. Спасибо. Колька, будь здоров. Спасибо. Ира, ты Михаила Матвеевича не видела? Мне кажется, он оставался с вами. Михаил Матвеевич! Да-да. Вы что, не пьете? Почему? Ну, что там у вас? А, крылья! Я разбила машину, в среду муж приезжает, помогите. В среду?
Коль, ну как колбаска? Во. А ты поешь, поешь еще. Огурчик, помидорчик. Бери, бери, не стесняйся. Угу. Ешь. Слушай, друг, ну-ка иди сюда. Я? Есть. А, сейчас. Коль, а ты это, вот. А ты отдыхай. Вот, пожалуйста. Отдыхайте, нас тут это. Природа кругом. Тишина. Опять спокой. А что человеку надо? Ему же спокойно же. Вот, вот всякая муравьятина, вот елка березонька. Она ешь, же, ну ешь, ешь. Она же беспокоит своему, тоскует. Вот мураши, они же каждый... Ты понимаешь меня, а? Конечно, понимаю. А чё лицо у тебя такое? Ну, не отвлекайся, не отвлекайся. Ну, да тогда внимательно. Так я внимательно. Ага. Ты же сбиваешь меня все время. Я что хочу сказать? Вот. Ира! Вот мураши, они же вот. Это... Егор, философ у нас. Друг, ты зря так. Ты же опять это, да? Ты не от поймешь. Каждый человек страдает. Чего ты? Ладно. Ты что? Откуда? А почему он страдает? Ты же сиротиночки вы. Я же вижу. Представьте, вам негде. Слушай, слушай. Облокотиться вам не надо. Правильно? А сижеться там так же нечего. Да, да, это да. А вот почему человек страдает, а? А потому что сиротиночки вы. И стоять вам не на чем. И облокотиться. А от особого страдаете. Валера! Я... Валера. Чё? А? Значит так, в понедельник. Так. Так. Ирочкину машину ставим на станцию, начинаем ремонт. Аллочкину. Ну да, ну да. Ну да, Аллочкину, а в понедельник. Вот чугунную трубу вы можете гнать? Он не ответил. Потому что небо над вами серое, а над нами голубое. Угощайтесь. Спасибо. Сиротиночки, вы мои милые, ну, угощайтесь. Спасибо, Ирочка, спасибо. Спасибо, Аллочка. Вот, угощайтесь, сиротиночки, вы мои милые. Дружки вы мои хорошие. Какие вы все замечательные. Замечательные. Одна же, угощайтесь. Спасибо. Спасибо. А вы также угощайтесь, а? Да, это, мил дружок, я понял, вы страдаете. Все же я страдаю. Ну, нельзя же огнем по-живому. Живой, но все же для радости, а ну все же для веселья, для продуха души. Да, ну. Егор, ты для продуха души сплясал бы, а? Он же на ногах не стоит. Я? Кто? Для вас. Кто, Егор? Кто не стоит? Кто не стоит на ногах? Ну-ка, Егор, ну-ка, ну-ка, давай. Кто не стоит? Кто не стоит? Не стоит, а? Давай, давай, давай. А я потом, а я потом. Ты сейчас, а я потом. Пошел, пошел, Егор! Тё! Давай, присядочку, Егор! Ты чего, давай, тё? Теперь, вот! О, молодец! Пошли домой, тё! Какие веселые люди, да, сейчас! Егор, нет, смотри, как он улыбает! Так, все! За мной вместе! Да отстаньте! Ну-ка, все! Давай вместе! Они смеются над тобой! Отойди, отойди, хоть будет! Михайлович, дай мне руку! Вот, смотри, как он! Тё, да с тобой ты! Стой, 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 стой. Тё, пойдём домой. Стой. Мало еще старшим указания давать. А вы что, хотите нас как мурашей, да? Егор, сын-то нас оскорбляет. Ну-ка, дай-ка ему леща-то. Сейчас. Ладно еще распоряжаться. Вот. Господи. Дядя, ты... Все! Да ведь и леща-то он пошутил, а вы как-то прямо... Ну, и... Сынок! Ты это, по берегу иди! Молодой еще!
Вот указание давать. Как-то знаете. Вот так вот. А, нехорошо получилось. Вот так вышло. Вы знаете, вам, наверное, пора домой. Поздно уже. Извините. Возьмите, возьмите. Ну возьмите. Нет, за мотор. Зачем? Вы же все время меня обижаете. Вы же обижаете меня. Ну почему? Вы ведь простые. Тоже человек. Так же не везде. Ну, Ира. На нас же обиду держать, так сказать, ни к чему. Желание держите. Отвяжись. Ну что такое? Все нормально. Успокойтесь, идите. Все, Егор. Спасибо, Егор. До свидания. Thank you.